Приветствую, дорогие друзья, на канале Euroleague Online, с вами Росси, и сегодня в рубрике Gameplay Let's Play мы рассмотрим игру под названием Turbo Overkill. Игра предоставлена в жанре 3D-шутера, которая происходит во вселенной, наверное, больше киберпанка. В общем, давайте не будем затягивать, сразу перейдем к игре. Новая игра. Выбор сложности девственник, обычный паренек, чистильщик, повелитель боли и жестянка-убийца. Я не хотел так выбирать, я хотел выбрать самое легкое. Ну ладно, для ознакомления, я думаю, нам подойдет и жестянка-убийца. Вот, в общем, игра вышла, именно вышла в релиз уже 11 августа этого года. Конечно, пре-альфа и остальные там демо-версии были доступны еще ранее. Кстати, на данный момент демо-версия тоже доступна в Steam. Вы можете скачать, ознакомиться с игрой и, конечно, если вам понравится, ее потом купить. В общем, стрелялка. We have arrived, sir. Best make this a quick trip. Paradise isn't the place you want to be for long. The Sin virus is rapidly spreading its tendrils across the city. Your mission, burn it out. Purge it at absolutely any cost. Good hunting, sir. Вот это я понимаю, аугметика для настоящих пацанов. Значит, что у нас есть здесь? На данный момент два револьвера, которые стреляют одиночными выстрелами около 51 патрона. Также есть возможность альтернативного огня на правой кнопке мыши. Это мы захватываем цели, заряжаем заряд, так сказать, наш, и после этого выстреливаем. С помощью Shift мы можем делать удлиненный, показываю по поводу, вот видите, альтернативного огня. С помощью Shift можем делать удлиненный прыжок вперед. Есть на уровне киберчипы и кассеты, которые надо находить. Вон, кстати, кассета, до этого я ее не видел. Так, сейчас подумаем, как ее забрать, я уже нашел. Игра проходится, как мне, наверное, напоминает больше Quake. Что-то типа в этом жанре. Блять, ну криворукий, еще сейчас меня возьмешь. Попробуем еще раз. Я сейчас психану и пойду дальше. Вы знаете, так хорошо начал, так плохо закончил. Так, есть, наконец-то забрал эту кассету гребаную. В общем, музыкальное сопровождение, визуальный стиль. Мне прикольный такой шутер для любителей быстрого динамического шутера, я думаю, это будет просто бомба. Это, так сказать, находка всех находок. Есть система добавления аугметики разной, то есть, вот как вы видите, пила, нога пила. То есть мы можем катиться вниз и при этом наносить вот такой урон пилой. Также мы можем уходить с помощью этой проката назад, вперед. Видите, можем рубить их на подходе, и чем больше мы прокатимся, тем больше мы нанесем урона. Так, ладно, все это с этим понятно, давайте. Оп. Блин, мне эта штука вообще, я просто кайфую от нее, если честно. Правда, потом кдшка между использованием, но то такое уже. Опа, у меня уже низкое здоровье. Есть, схватил. Есть, готово. В общем, не знаю. Отличная стрелялочка. Динамичная, отличная стрелялка. Она меня подкидывает. Ничего не хотят от меня. Ничего не хотят. Просто, короче, подкидывают, да? Ну да, тут кассеты никаких не вижу. Чипов вроде тоже. Ладно, захватим еще вот патрончики. А, вот чип. Это ж надо. Самое главное, я прыгнул на этой хрени, я чип так и не увидел, а оказывается, он был.
Ладно, все, пошли дальше. Вот, короче, можно смотреть, в метику можно улучшать оружие, очень большой выбор оружий. Не знаю, конечно, пройду ли я этот уровень. Все-таки на этом уровне сложности. Но попробуем. Я есть грех. Сейчас мы тебя накостыляем. Проскользните по туннелю. Ногой бензопилой. Так, а тут ничего нет, а то вы меня так заставляете скользить по туннелю. Ну ладно. Прикольненько. Очень даже ничего. То, что у меня хпшка не полная. Ага, понятно, сюда запрыгивать нельзя. Ну, хотел попробовать, ребят, хотел попробовать. Так, туда-сюда. Главное, я считаю, мансить. Когда мансишь, это ты просто неубиваемый. Так, я думаю, тут что-то может быть. Ни хрена здесь не может быть. Неправильно я подумал. Ой, мало боеприпасов. Ай-яй-яй. Так, что тут? ППшка, которая нам не нужна, да? Ладно, пойдем с дробовиком тогда. Сломали мы грех. Закончили первую миссию, так я понимаю. Так, сектор зачищен. Итого, сложность жестянка убийца, время 5 минут 51 секунда, значит одна кассета, 2 киберчипа и 100% уничтоженных врагов. Давайте, наверное, еще проведем один уровень, постараемся, или может наполовину, потому что видео 5 минут, это очень быстро. Так. Че, хочу эту пушку, а мне ее не дают, потому что у нас уже она есть. Так, заряд электрического тока. Кстати, вот улучшение на оружие, это альтернативный огонь для дробовика. Зарядите до 3 взрывных выстрелов из сокрушителя, удерживая кнопку альтернативного режима огня. Чем больше выстрелов вы подзарядите, тем больше наносите урона. Попадание по врагам, поразитых током, раскрывая их для нанесения большего урона. Также вы сможете использовать взрывную волну выстрелов, чтобы допрыгнуть до высоких мест. Конечно же, купить. Классная штука. Очень даже неплохая. Сейчас я вам ее покажу в действии. Все, поехали, 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 я готов. Я готов, я готов. Видите, он аппарат для аугментации, гекс машин, то есть можно мозг, правая, левая рука, левая нога, у нас пока только на правой ноге есть. Пила, которая у нас идет по стандарту. Сразу хочу проверить здесь на наличие всяких чипов, шмипов. Их тут походу нету. Там их нету наверху, интересненько. Нет, наверное, тоже нету. Ладно, пошли дальше. Некогда. Вот видите, какая классная тема. Заряжаешь, короче, вот такой двойной этот, тройной, и бабах. Так, ладно. Пистолеты я больше люблю. Так, тут закрыто, тут закрыто. Значит, наверное, надо будет двигаться по этим лодкам, я так подозреваю, да? О, вижу. Киберчип. Есть такое дело. Вон и враги уже нас ждут. Нужно было, кстати, по бочке попасть и их ликвидировать.
Смотрите, а тут он меня поджидал прям. Вы же понимаете, у меня скорость реакции не та, уже старый. Это раньше я был более резкий. Еще тут нету. Такая как будто хибара, которую можно разбить, и какой-то там секретик спрятан. Мне показалось, что там кто-то бегает. Давайте проверим. Да, мне показалось. Новые пушки. Вот мы сейчас. О, скорость атаки, нифига себе. О, чуть меня не порубили. Требуется синий ключ. Ну, скорость атаки классная, но мне кажется, урон не сильно большой. Но прикольная тема. Так, что мы тут можем купить? Будь здоров. Ключевое положение. Бензопила. Ничего нам не надо. Пошли дальше. О, низко здоровье. 12 хипе. Еще мало боеприпасов. Здоровья мало, боеприпасов мало. И тут можно аугментацию. Не надо нам аугментация. Это, наверное, ребятки, уже и конец. Сейчас будет нашему прохождению. И, в принципе, обзору, потому что сейчас я погибну. Вот меня преследуют. Ну, почти. У них почти получилось. Тут можно купить ничего. Жаль. Но зато нашел уже второй киберчип. Но он меня не спасает, к сожалению. Ты какой-то кубрик новый, или мне показалось? Что тут? Никого вижу. Блин, из них почему-то со всех не выпадает хоть бы одна птичка выпала. Кстати, ключ терротектовый найден. Что мне дает? Это. И это у нас коллекционер брони, аугментация найдена. Давайте вернемся в центр аугметики и попробуем ее себе поставить. Да, она ставится на ногу. Она нам дает. Вы получаете 6 очков брони, нанося урон врагами при помощи бензопилы. Понятно. Короче, бензопилой, если буду рубить, будет даваться броня. Хороший вариант. Наверное, особенно когда у тебя нету жизней, то можно за счет этого попытаться выехать. Вот так, к примеру. Хотя бы... Так, чуть-чуть брони набрал. 20 брони, 12 хп, 11 хп осталось. Блин, хожу на волоске, ребятки. Ну, хоть так. Что же делать? О, у него жизнь не подобрал. Все, сразу музыка поменялась. Тяжелое дыхание ушло. Ничего здесь нету. Но все равно хпщики пока мало. Но гметика не надо. Здесь чего? Будь здоров. Правая нога. Блин, такая они херовая, да? Получается 6 очков здоровья убил врагами за пилой. То есть это можно было бы с помощью... Sin's using them to pump out whatever godless abstract madness it can imagine. Make the bio cores say bye-bye, and Sin'll sink like a stone. Короче, за что я говорил? То есть это была бы неплохая такая связка. Короче, вы когда этой ногой пилите, вы наносите урон. Ну, это понятное дело. Получаете, короче, броню и еще и хпшечку поднимаете себе за каждый этот. Я считаю, это вообще классная тема. Мало здоровья у меня опять. Я только начал с ними тут биться. 29. Ну, 29 это немало, в принципе. У меня было и 12 до этого.
Какая-то хрень меня обстреливает сверху. Обстреливал. Так, мне надо найти синий ключ. Тут что мы можем? Прицельный огонь для УЗИ. 1500, у нас 825. Короче, у нас не хватает пока что. Так, синий ключ. И немножко нам... О, появились враги. Появились. Сразу пошел такой карт кибер электро этот металл какой-нибудь. Почему бушку оставил? Зараза, промахнулся, хотел по нему попасть этим пилой, но не попал. Где там эта хрень? Оп. Я буду вас рубить пилой. Блин, 12 брони, что-то я не сильно пилой нарубил, скажем так. Оп. Опа. Оп. Ладно, тебя уже так расстреляем. Зачем ты, зараза, сдохни. Открываем синий ключ. Есть такое дело. Ух ты! Добрейший вечерочек. И все. КХП стало мало теперь из-за него. Паскуды такой. Батюшки, сколько их тут. Ну только так, ребята, я тут только такой вижу вариант борьбы с ними. А 66 брони и 22 здоровья. Ни хрена здесь не могу купить. Вот им что здесь у них здоровичка не было? Не было. Аугментация новая у меня не добавилась. Кстати, говорят, что в этой игре очень большой выбор оружия. Будем их пытаться рубить. Блять, промахнулся. Мало боеприпасов. Зачистить сектор осталось. Что тут у нас, может, как-то можно подняться, посмотреть. Ничего там нет, чипов никаких. Ну ладно. УЗИ, прицельный огонь. О, наконец-то. Так, прицельный огонь. Нажмите кнопку альтернативного режима огня, чтобы бросить одну УЗИ и позволить вам вести прицельный огонь по дальним целям. Прикольно, давайте купим. Распродано. А ну-ка. Ха-ха, класс. Так, ну это все, это конец. Вот такой, ребятки, был, короче, обзор на эту игру. Прикольная игра, прикольная озвучка. Но если вы любитель быстрых комбинированных боев с использованием разных пушек, маневренность передвижения и всего остального, любите вселенную киберпанк, я думаю, вам обязательно к ознакомлению или даже обязательно к покупке. Ну, а с вами был Рось, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.